Миллонги, у нас здесь на кухне 4 канала, в студии, которая находится в самом центре нашего любимого города. Ребята, огромное вам спасибо, еще обязательно встретимся. Да, заходите, пока не прощаемся, Мы забыли сегодня представиться, в студии Илья Порошин. Татьяна Кузнецова, и действительно, сегодня последний день первого летнего месяца, и вот так вот он нас решил порадовать. Вот что еще нужно для наслаждения, да? Спасибо, что пришли к нам на кухню. И я всегда любил, на самом деле, не люблю с утра слушать музыку на кухне, когда встречаешься со своей семьей. Присаживайтесь, вот только давайте с инструментами поймем, как помочь. Да, все хорошо, мы... Поддержите на себе. Мы с ними, как говорится, сами с усами. Держим. Так, что вам приготовить? Чай, кофе? Кофе, наверное, да? Кофе, чай. Чай. Договорились. Запоминай. Да, хорошо. Я уберу. А мороженое можете кушать. Мы только что его приготовили. Ложечки сейчас все сделаем. Такие достань. Ребят, расскажите, пожалуйста, что вам доставляет кухонное удовольствие. Музыку не в счет, это само собой разумеется. Вот маленькие мелочи, то, что вас радует каждый день. Наличие свободного времени. Последние месяца три у нас его предостаточно. Да, мы поэтому. Да, но это отнюдь не мелочь, кстати. Ну да. А из мелочей, ну, какие-то приятные сюрпризы от детей. Какие были? Ну вот у нас маленькая дочь, ей 3,5 года. И, с кем, наверное, она сейчас? Где она? Она с бабушкой, с дедушкой, с братом. С братом. Да. Ну, наверное, у кого есть дети, все представляют, что такое 3,5 года и какие сюрпризы они могут. О, да. Да. Это и новые слова какие-то, и... Шуточки над родителями, кстати. Ничего себе, ну, да. Юморят только так. А рисовать рисуют уже? Да, рисуют. Тоже, наверное, всегда интересно, что получается. Да, на недавно, холодильник вешаете? Недавно, да, недавно нарисовали маму. Я, конечно, себя не узнала. А, не узнали себя? Нет. Ну, вы признали, что да, это я. Конечно. Ребенок получил одобрение? Да, получил. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы вот в этой самоизоляции прожили? Да, мы уже потихонечку выходим, но все-таки. Ой, переделали столько дел, все, что откладывали несколько лет. Так. Например? Ну, у нас работа на даче, любимой. Ремонт дома, мелочи, как раз мелочи, которых не хватало. Так, чай. И сейчас будет кофе. А с творчеством как-то получилось поработать дополнительно, может быть? Ну да, конечно. Да, было на самом деле очень много проектов. Готовка новой программы. То есть мы готовим осенний концерт. То есть у нас 10 лет в этом году нашему коллективу. Поздравляю. Спасибо. Вот, поэтому осенью будет большой сольный концерт. Ну, с привлечением, наверное, артистов различных жанров, наших друзей. Вот. И, соответственно, это будет совершенно новая программа.
А пробовали устраивать какие-нибудь онлайн-концерты? Да, они были. Они были. То есть с различными группами. В Нижнем Тагиле был квартирник, то есть приглашал в дворец железнодорожников, да? Вот. С двумя группами мы записывали диск, скажем так, в программу им. То есть добавили красок, скрипки, аккордеона. Вот. К 75-летию. К 75-летию онлайн-запись да. была. То есть, с артистами драмтеатра. Да. Опа, это с кем вы записали? С артистами драмтеатра, это Нижнего Тагила. То есть онлайн-запись, да. Я хотел уж порадоваться за своих коллег. Сливочки ничего, что добавил? Нет, все хорошо, спасибо. Вот сейчас молочный кит вам тоже говорит спасибо за то, что спокойненько к этому отнеслись. Ага, хорошо, дальше продолжим. А в прямых трансляциях участвовали? То есть, что прямо раз и сразу онлайн у вас концерт? У нас был онлайн-концерт именно во дворце железнодорожников. Это сольный был концерт, наш часовой. Но мы привыкшие к онлайн-концертам. Как бы у нас были сольные концерты. В прошлом году 2 концерта в Казахстане было. То есть, ну, к онлайн как раз не привыкший, потому что когда нет публики, то есть обратной связи нет, это достаточно сложно, но опыт, фантазия, не знаю, когда представляешь, и там группа болеет, которая снимает это все. То есть они аплодируют, помогают. На самом деле поддержка была, потому что нас смотрели друзья со всего мира, у нас и в Германии. Да, вот это, мне кажется, главное преимущество. Именно всех что? Онлайн. Это была пауза, да. Комментарии были, писали люди, то есть и нам это диктовали, значит, в онлайне, и мы, собственно, общались. Так, ребята, это то, что было. Кратенечко о том, что будет. Давайте. Планы все равно, я думаю, что есть. Да, да, то есть вот мы именно готовим большой концерт с привлечением наших друзей-артистов. Это понятно. Но дальше что? Дальше это пока вот основное событие, которое... Ну, да, это очень много, масштабное очень событие, много, да, требует сил. Это подготовка фонограмм, репертуар определенного, костюмов, полной организации концерта и, соответственно, договариваться с площадками. Тогда дата уже определена? Нет, дата пока еще не определена. Сложно, да, сейчас да. пока вот... В связи с обстановкой это сложно. За объявлением этого всего? У нас Инстаграм, Контакт, непосредственно сайт наш есть. Интернет-ресурсы, в общем, Дуэт Милонга набираете, везде вылезает полный список, и анонс будет. Все, спасибо. Мы желаем вам солдаута, как только определится дата. Будем следить. Я думаю, что вы придете к нам в гости и скажете, все, мы уже готовы, давайте, заряжаем. Спасибо, что пришли. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, а после возвращаемся к нам в студию.